погодные условия очень сложные. Действительно, вот несколько дней назад, когда зашел пожар из Свердловской области в Тюменскую, на самом деле, скажу одно, что был очень сильный шквалистый ветер, причем он менял направление постоянно. Поэтому данный пожар в Свердловской области удержать не могли. У нас в 4 регионах из 6 Уральского федерального округа сложилась аномальная ситуация. Сухая, жаркая погода, сильный ветер шквалистый. Допустим, вот буквально на днях, когда была там сильная катастрофа в Курганской области, ветер был до 30 метров в секунду. Такого, ну, я не помню на свою бытность. Действительно, было очень тяжело. Что касается слаженности, у вас сильный губернатор, у вас сильные заместители губернатора. Департамент работает в полную силу, действительно на износ, но работают на износ, я повторюсь, все. Что касается красности карт, у вас в 2021 году, ситуация, я считаю, что была гораздо критичнее, гораздо хуже. В этом году, в принципе, регион подготовился к пожарам очень серьезно. То есть и люди, и техника вся обновленная практически на 100%. Ну и самое главное, подходы, они изменились. То есть на сегодня реагируют гораздо быстрее, гораздо лучше тушат.